Ой, господи. Кто был первым президентом США? Блин, я реально не помню. Джордж. Вашингтон, серьезно? Буш. Буш. Джордж Буш. Джордж Буш. Ну нет, я реально не знал. Ну-ка. Решил развести двух женщин с четырьмя высшими образованиями. Развести? Так это вы бы меня развели. Я скоро буду, только мне нужно ответить на один очень интересный вопрос. Если ты мне подскажешь, когда в общем, по громкой фобии. Связи. Фобии агрессивной форме ко всему новому или, ну, как там еще раз было? К враждебному. Враждебному. Чего фобии? Девушки, привет. Выручите, пожалуйста. Снимитесь в моем шоу для Ютуба развлекательного. Стеснительные. Вы не стеснительные случайно? Очень стеснительные. Блин. Кстати, я сегодня тоже стеснительный. Меня зовут Евгений Ширяев. Это канал «Негодяй ТВ», который вы все очень любите. Советуйте всем смотреть. Постоянно ставите на каждом видосе лайки. Пишите всякие хорошие и нехорошие комментарии. Где-то около 47 градусов тепла. Я в городе Санкт-Петербурге. Вот я пришел на Петропавловскую крепость. Кто в курсе, тот в курсе. Кто не в курсе, тот не в курсе. Ничего рассказывать здесь я вам не собираюсь. Я не экскурсовод. Меня зовут Евгений. Елена. В основном что я делаю? Я задаю глупые, каверзные вопросы. Если вы на них отвечаете правильно, вы получаете 1000 рублей. О. И вам нужно ответить, чтобы получить 1000 рублей на 5 вопросов. Давайте. Вас все это устраивает? А чтобы нет. Великолепно. О, Господи. Не переживайте. Я уверен, вы со всем справитесь. Итак, вопрос номер one. Установленные правила, порядок, регулирующий что-либо. Как, закон. Как еще по-другому это называют? Закон. А если не закон? Правила. Синоним правил, синоним закона, синоним устава – это слово. Очень простое слово. Скорее всего, я уверен, что вы просто немножечко распереживались. Нет, того, что... я не переживаю, просто я пытаюсь подобрать. А, да? Ну, не да. Обычно все переживают, а вы нет, не... Нет, я не переживаю. Ничего себе. У вас часто снимает скрытая камера? Нет. Нет? Я просто когда-то в детстве выступала. Вы выступали в каком-то театральном кружке? Танцевали. О-о-о. Поэтому на сцене я не боюсь, тем более камера. Ну, здорово. Ну, так что же это? Так, синоним правил установлен. Да. Так, закон. Так. На буковку «Р». Раздел, разряд. Нет, нет, нет. Руководство. Так. Ре? Регламент. Регламент? Аллилуйя. Слушайте, да? Ну это... Что это? Обалдеть. Это обалдеть. Да. Вопрос номер ту. Угу. Негармоническое режущее слух сочетание звуков. Негармоничное? Какофония? Следующий вопрос, третий, он музыкальный. Елена Викторовна. Елена Викторовна, кто это? Преподаватель по музыке когда-то. Ты меня любишь, это яростно, гордо, ласково, птицей парящей, небо судьбы распластана. Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь. О, это чудо! Ты меня любишь. Мне кажется, что с музыкальным вопросом мы справились. Точно. О, чудо. Работник ресторана, ответственный за приобретение, хранение вин и предоставление их клиенту. Так, сейчас скажу. Ну, согласитесь, это легкий вопрос. Настолько простое слово. Простотень настолько. Еще это четвертый вопрос. Простой такой, представляешь? Ё-моё. В офисе бы 100% я сказала сейчас. В офисе любите клюкнуть иногда? Да, ну, мы можем. Нам часто дарят. У нас просто... Винишко, шампусь. Да, разные там, и крепче бывает. Я тут узнал. Я был в этом Абрау-Дюрсо. Там рассказали о том, что нужно пить брют. Угу. Знаете, с чем?
с селедкой. Я попробовал. Слушайте, ресторатор — это ресторатор. Мне а очень это понравилось. Именно. Я точно знаю этот. Да все знают. Все знают на планете, но я говорю, порой, когда включенная камера стоит... Точно не в камере дело. Не в камере, да? Это просто, так сказать, серое вещество затухло. Не хочет работать. Ведь простое слово. Простое, да. Даже не знаю, как подсказать-то, понимаете? Да никак его не подскажешь. Так что ты будешь делать-то? Девушка. Винный человек. Сомелье. Слава богу. Пятый вопрос, на который вы отвечаете, и все, как говорится, прекрасно, мы расходимся. И как в море корабли. Страх, доходящий до враждебной ненависти при столкновении с чем-то новым, непривычным, непонятным. Страх? Агония? Ну, это даже, я бы сказал бы, не страх, а это действительно враждебное отношение к чему-то такому неизвестному. Даже не то, чтобы неизведанному, а то, чего ты считаешь по каким-то своим убеждениям, моральным принципам недостойным. Скорее всего, это норма, что агрессия. Возможно, это можно сказать агрессия, но у меня другое слово написано. Так можно обозвать тех людей, которые испытывают ненависть к другим расам, например. Да? Ну, кто он этот? Вот это была очень такая подсказка сильная сейчас. Но это фобия. Это фобия. Понимаете, да? Какая еще одна такая шикарная подсказка звучит сейчас для вас. Боюсь, с этим я тухну вопросом. Можем там не любить этих, какого, там, девчушек, лесбиюшек, угу. Мальчишек, гомосюшек. Это тоже к этому можно приписать. Кстати, мы только что сейчас обсуждали вчерашнюю тему канала. Какого канала? По поводу гендерного. И что там? Ну, там по поводу того, что там в Америке это очень развито, и теперь у них в графе прописано, они добились, что там просто будет оно или человек. То есть там не будет... Мужчина отдельно, или женщина? Да, мужчина или женщина, и там добились чего-то. Живут же люди, да? А мы тут прививки да, себе это самое делаем. Сумасшедшие. На конце фобия, понимаешь? Фобия? Так и к чему же все это подсказывает вам? Агрессофобия? Нацистофобия? Опа, кто-то звонит? Кто это? Прям так говорят, кто звонит? Это моя подруга. Такая сейчас... Можно я отвечу? Да, конечно. Аннушка. Аннушка, привет. Я скоро буду, только мне нужно ответить на один очень интересный вопрос. Если ты мне подскажешь, тогда в общем, по громкой фобии, связи. Фобии агрессивной форме ко всему новому или, ну, как там еще раз было? К враждебному. Враждебному. Чего фобии? Ты мне можешь вопрос целиком прочитать? Страх, доходящий до враждебной ненависти ко всему новому, неизведанному. Фобия ко всему новому? Да. Вот я подумала, что это нацизм, но это не нацизм. Вот. Расизм, нацизм, но это, видимо, одно из разделов, наверное. Расизм, нацизм — это не ко всему новому, это все вот другое. Видишь? Это вообще не фобия. Вот видишь. Так, фобия. Именно страх. Нью-фобия. Нью, да? Нью-фобия какая-то. Хорошо, итак, спасибо. Всякий случай, я тебе сейчас перезвоню. Давай. Так что, видишь, Аннушка мне не подсказала, поэтому... Аннушка? Аннушка. А почему я ее Ксения назвала? Почему я ее Ксюша только что назвала? Нет, Аннушка. Елки-палки. Аннушка. Стыд-то ты какой. Чувствуешь? Ксенофобия. Ксенофобия. Да. Спасибо вам за интересные вопросы, приведенное время. Ребята, здравствуйте, выручать. Добрый день. Сразу нет, да? Хорошо. Вот две дамы. Вот, мне кажется, они сделают сегодня мне контент. Здравствуйте. Добрый. Что это у вас за значки такие интересные прикреплены здесь? Это музей истории денег. Да-да-да. Сходите. Классно. Не уходите, давайте пообщаемся на камеру. Ну, давайте, куда же вы бежите тогда? Смотрите, меня зовут Евгений, у меня YouTube-канал, и шоу очень веселое, сумасшедшее. Смотрят его миллионы, все радуются. Ставят эти вот эти, сейчас лайки, сами знаете, дизлайки. Какой эти комментарии пишут. Да? Терпеть его не мог, но привык, работа такая, сами понимаете. Я сейчас общаюсь с кем-то из вас. Задаю 5 вопросов. Если вы отвечаете правильно, плачу бабос.
Нет, спасибо большое. Мы за настроение. Ну-ка. Решил развести двух женщин с четырьмя высшими образованиями. Развести? Так это вы бы меня развели. Ребята, привет. Сегодня не клеится мне общение ни с кем. Может быть, с вами заклеится. А что? Что-то я вообще как-то потерялся. Бред какой. Ну ладно. Чему равен квадратный корень из 169? 13. Согласна. Почему он сразу же дал ответ на этот вопрос? Потому что он знает все. Ты 13 на 13 так быстро вот это умножил? Ну да, в школе проходит таблица. Я это таблица, это просто надо было запомнить. Квадратов, да, да. Это просто запомнишь. Автор «Чайки и трех сестер». Чехов. Три сестры. Три-три. Ну? Чехов, что ли? Да. Палыч? Палыч. Ну ладно. Вопрос номер три. Медицинское учреждение, в котором неизлечимо больные люди получают необходимую помощь и уход. Очень печальное слово — хоспис. Песня четвертая, музыкальная. О боже. О боже. Твоё. О боже. Не надо на меня скидывать. За браваду тут топил убитый капитан, накапал мини, да пятами насыпал, грустила ведь для лайфа чуней фонтан. Потеряли себя ни манам, ни надо мана, команда мага в банк и зомби там битом игриво так пока бокам. За браваду тут топил убитый капитан, накапал мини, да пятами насыпал, грустила ведь для лайфа чуней фонтан. Меребучий контент, час перемен, убавил урба до день. Не готов был унять эту любовь, посидел, ненавижу себя, но живу каждый день я. Только тучи да тень, от неба лица меня знать не хотел. Этот мир догорел для меня, убивай, забывай мое тело, не жду перемен я. Мне накучили все, в частности, сам себе слово давал. Не забудь, для кого я живу, но я мразь и мудак, и паскуда его не сдержал я. Я закручивал день, музыка дура меня толпами бегает. Я долго на ня-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 ня
Блин, я не помню. Я знаю эту песню. Ты не слышал ее? Я слышала. Ты так смеешься, что ты не слышал эту песню. Это очень известная композиция. Да, она уже старая, правда. Очень старая, уже полгода, да? Ей почти сотню лет. Это же все-таки уже антиквариат. Блин. Все вопросы к тебе. Да блин, я не ты, помню. Ты, то есть, но... слышал эту композицию? Конечно, 100%. Это реп или это какое-то рогового направления? Это реп. Реп, да? Да. Поют русские или негры? Негры. Негры. 100%. 100% это негры. Вот. Можно мне, может, список исполнителей я выберу? Список исполнителей? Это не серьезно. Я могу спеть другую песню. Давай. I gotta love my feel. I gotta do my mind, I gotta love my skill, my love, love, love. Да, я тоже знаю. Окутала меня, окутала ты, будто мой сорт марихуана, небо в алмазах лето. То есть ты знаешь? Да, я знаю эти песни, но я не помню, кто. Парень любит носить панамки. Да. Его друг любит носить татуировки. Да. На лице. Да. Я знаю. Я даже могу представить. Тоже представила. Ну как звать этих засранцев, ты не знаешь. Mm-hmm. Вот так вот в нашем шоу можно знать математику, такое? Можно знать литературу. Да. Но можно завалиться на Мияги. Да. На Мияги? Да, да, на я Мияги. Знаю. Мияги? Есть? Мияги? Да, Мияги. Эй-эн-шпили, Мияги. Да, Мияги. Да, я знаю это название. Такая жаришка, ребята, вообще я худею кошмар. Просто. Пока. Мияги? Мияги. Эн-шпили. Эн-шпили, да. Какие приятные ребята из Новосибирска. Поучаствуйте в нашем великолепном шоу для Ютуба. Всего лишь 5 минут вашего драгоценного времени. И вот я опять нахожусь в амплуа человека, который продает экскурсии или раздает листовки. О, брат, ты решил согласиться? Да, да. Я уже потерял всю надежду. Почему ты изменил свое решение, мнение? Просто. Да? Давай поменяем мизансцену, потому что камера уже смотрела в ту сторону. Все-таки такие виды. Ты сразу видно петербуржец. Ну,
Ну, да. Да? Пальцем в небо только что. Ну-ка, спускайся вниз. Ты такой высокий, а камера так низко у нас расположена. Ты петербуржец, идешь вон туда, на Петропавловскую крепость? Да. Зачем тебе это надо? Да, с мамой гуляю. Как звать себя? Сева. Сева. Мне нравится имя Сева. У меня друг детства был Сева. Васильев Сева, вот, если ты меня помнишь, то я тебя очень сильно уважаю и люблю. Сколько тебе годосов? 20. Чем ты занимаешься по жизни? Артист драмтеатра и кино. Артист? Ну, учусь пока. Пока я ищу вопросы, ты пока прояви свою экспертность, хорошо? Экспертность конкретно чего касаемо? Да к чему-нибудь, брат. Ну, типа, чтобы было... Ну, не, я такое не люблю. Это же не артистизм, это так... Кривляние. Знаешь, как есть... ведущие на свадьбе. Ну, да, такие да. И шумные. Очень шумные. У тебя был опыт ведения мероприятий? Есть, конечно, да. И ты какой? Здравствуйте, дорогие! Да. Ну, нет, не такой. Горько! Да. Ужас просто. Я вот за это не люблю ходить на свадьбу, чтобы не слушать таких ведущих. Хотя сам, знаешь, какой ведущий? Лучшие, братан. Лучшие вообще в мире. Меня так обожают просто те люди, которые меня заказывают, но очень редко такое бывает. Друзья, приглашайте меня на мероприятия, свадьбы, корпоративы, юбилеи. Сейчас беру не очень... Сколько ты берешь бабок за проведение? Ну, смотря где. Я часто не в Питере работаю. Mm. Ну, от 15 до 40, наверное, где-то так. Давай ставим твой инстаграм, ну что же захотел себя. Сева Коцарев, просто Сева Коцарев, через W. Сева Коцарев, все по-английски. Да, все по-английски, V через W. Да, за пятнашку проведет. Ребята, я за полташку, да? за десятку. Ребята, я за полташку. Приглашайте меня в любой город, в любую страну, все будет красиво. Сева за десятку. Так, Сев, что сейчас я, вот, ну, что сейчас мне надо было сделать? Вопросы. Господи, кто был первым президентом США? Блин, я реально не помню. Джордж. Вашингтон, серьезно? Буш. Джордж Буш. Джордж Буш. Ну нет, я реально не знал. Нет, может быть, знал, но не помню. Да я вру, Джордж. Вашингтон, серьезно? Да. Я, в общем-то, думал, что он не был президентом. Я думал, что Нептун. Ты тоже так думал? Нет. Столица Турции. Не был. Нет, тоже не Стамбул. Не Стамбул. Не было. Нет. Знаешь, не было. Зеленая такая девка. Девка зеленая. Из Марвел? Конечно, брат. Да. Смотрел «Черную вдову»? Нет, еще нет, не смотрел. Слушай, мне просто очень нравится Марвел, поэтому я не могу сказать Marvel, плохо про я этот пока фильм. Пока не смотрел еще. Но для тех, кто смотрел, после титров бред, полный бред, из-за чего у меня плохое впечатление от фильма после того, как я посмотрел сцену после титров. Ну, ты знаешь, да, что такое? Я знаю. Знаешь, да. Я назову Стамбул, хотя это не называй Стамбул. Блин, я забыл. На букву А. Не, я сейчас реально не скажу. Давай оставим это просто на потом. Ладно, окей. Точность и аккуратность при выполнении каких-либо действий. У тебя все гладенько, у тебя все да. Чистенько, все на нужном месте. Ты кто? Блин. Почему все так вылетает быстро из головы? Ну, пунктуальный человек. Подожди, стой, нет. Блин, почему? Я сейчас скажу. Пуговки все застегнуты. Ширинка. Все на замке. Реально вылетело из головы. На-н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 а. О, здравствуйте, вы не ушли. А мы думали, вы ушли. Подскажите, пожалуйста, сыну. Подойдите, пожалуйста, не справляется без вас. Точность и аккуратность при выполнении каких-либо действий. Пунктуальность. Точность и аккуратность. Нет, когда у тебя все на своих местах. Когда я вчера все задвигал, я сказал, кто я забыл, что это. Перфекционист? Да. Почему нет? Нет, все гораздо проще. Еще проще. Перфекционист. Я не знаю.
На букву П. Пунктуальность уже. Нет. Правильность? Не знаю. Четкие люди. У них все всегда ровно, четко. Одеты аккуратно, с иголочки. Педантизм? Педанты. А, педанты. Педанты, все правильно. Да. Музыкальный вопрос. О, окей, окей. Любишь музыкальный вопрос? Ну, допустим. Ни о чем не говорит? Нет. Нет? I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away to find a better day. I'm walking away. Sometimes some people get me wrong when it's something I've said I've done. Sometimes you feel there is no fun. That's why you turn and run. But now I realize some people don't compromise. But last time in my eyes, spreading the lie. And when I don't me alive, too many sleepless nights, not meant that they defined. I'm sort of silent, I'm walking away. From the troubles in my life, I'm walking away. Ну кто поет и все. А, я не знаю, кто исполняет. Я распинаюсь перед тобой уже сколько времени. А я не знаю, кто исполняет, я просто по запоминанию имен так у меня туговато. His name Craig. Craig. Who Craig? Не знаю, реально не знаю. Песня знакомая очень. I'm flying, baby. Can't you say? Черненькие, симпатичненькие. Я сегодня уже два раза говорил слово негр. Негр же нельзя говорить, да? Ну, да, да. В Америке за это бы наказали. Да, и тут ну, а мы толерантная страна. И здесь тоже накажут? Да. Серьезно? За негритоса? Да. Очуметь. Крейг. Осудит. Какой? Крейг Д. Крейг Д. Крейг. Я реально не знаю. Крейг Дэвид, братан. А столица Турции Анкара. Спасибо тебе большое всего. Пока. До свидания. Спасибо. Hi. How are you? Fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Alexei. Everybody together because I'd like you. Anthony Hopkins. Oh, Anthony Hopkins. Yes. Jennifer Aniston. Yes. And кто там ещё? Не знаю, всякие там бывают эти пассажиры. А ты куда? Я гуляю, я только что приехал. Откуда? Из Казани. Обожаю Казань. Как там? Прекрасно, так же жарко. Да. Ты там вот. По делишкам был, да? Я там живу, я здесь по делишкам. Что за делишки? Ой, актерские делишки. О, май гад, театр, это так прикольно. Представляешь, до тебя здесь стоял Всеволод Колесников, и он второй курс. Прекрасно. Театрального института. Прекрасно. Давай задам себе какой-нибудь вопрос, и ты на него ответишь, хорошо? Давай. Так. Вы что снимаете? Видео? Для кого? Главное, чтобы оно сейчас записывало. Подожди, такая для жара, кого? Он может сесть. Против солнца оно не напишет. А ты все соображаешь. Так, какая видишь? У нас еще мизансцена? Давай вот так вот встанем. Так. Вот так. Кстати, а мы с тобой познакомились? Нет, очень хочется. Я Жека. Я Леха. Привет. Ну для кого снимаю? Ну, Леш, ну ты что? Ну подписчики там, вот все смотрят эти видосы, сам понимаешь. 21 век, зрители вон, все они там. Всем привет из Питера. Да все вопросы уже заданы. Прекрасно. Я тебе желаю хорошего дня. Где-то в театре в каком-то играешь? Угу. В каком? Театр ЛДМ, новая сцена. Приходите все. Давай. А, дорогие друзья, это было шоу «Вопросы за бабосы». И подписывайтесь на мой этот канал, пишите лайки и ставьте очень знатные комментарии. А также подписывайтесь на мой инстаграм и на второй канал, где для вас вышел великолепный, сумасшедший, самый лучший в мире видос вышел. Все, жаришка, хочется обсушить свои десна, потому что все во рту прям...
слипается, прилипает друг к другу, языки, вот это все прилипает, залипает. Все, до свидания. Спасибо вам всех. Вас всех я там обожаю очень. Там люблю, конечно же. Ну, и сами все соображаете там. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show stopping. And the ground is currently popping. Let it down, Lord, let it snow. Let it snow, let it snow. Какой-то талантливый человек все-таки.